Чи намагається рок змінити сьогодення? Ні. Чи є рок складовою шоу-бізнесу? Ні. Чи є в Україні на сьогодні гурти, спроможні грати справжній рок, а не мелодії 70-х? Так, не треба шукати їх у столицях. Їх там вже давно нема. Рок живе у невеликих містах. Гурт, що грає не за гроші. Гурт, який вміє грати. Граніця. Граніця. Дата заснування – приблизно 1995 рік. Місце – село Благодатне, Донецька область. Перший виступ – фестиваль «Шахтарська хвиля» 1997 рік. Стиль – позитивно-духовний напрямок живого російського року. Альбоми «Сни про весну» Мікілета Ілерко 2000-й, «Пілігрими» 2002 рік. Склад групи – Сергій Гиленко, голос, гітара, Віктор Мокрий, бас, Олександр Бродяной, соло-гітара, Андрій Крупенко, ударні, Тетяна Настояща, скрипка, клавіші, Дмитро Квасов, флейта. В неофіційній обстановці лідер групи «Границы» Сергій Гиленко і бас-гітарист групи Віктор Мокрий. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Каждая группа приходит к созданию, к написанию первого альбома по-разному. У рокера 80-х это было чаще всего за бутылкой портвейна. У иностранных групп это было с корыстной целью заработать деньги. Как это случилось у группы «Граница» и как долго группа «Граница» записывала свой первый альбом? Первые такие попытки начались с того, что был у нас друг, и есть, в общем-то, которого зовут Батыр Мамедов, он живет в Туркмении, и он писал свои песни, пел их нам, очень нравилось, нам как бы вот так было интересно, такие хорошие песни человек поет, которого мы как бы вот знаем, сам пишет. Скажите, на ваше творчество все-таки должно было оказать влияние какое-то советское, возможно, советский рок или иностранный рок? Были ли такие люди в вашей жизни, которые оказали большое влияние на ваше творчество? Прежде всего, наверное, это было сначала кино. Потом активно мы очень слушали и до сих пор Диму Ревякина, такие поэты, как Высоцкий, Башлачев, я думаю, просто пререкания ни у кого не будет. Вот такие, скажем, ориентиры. А, Виктор, скажите, вот у каждого исполнителя, гитариста, барабанщика, есть тот или иной момент, когда вот в карьере происходят какие-то курьезные случаи? Были ли такие случаи у вас, у группы, и что из этого получилось? Было. Ехали мы из Донецка один раз, это где-то были, помню, квартирный год, концерт. Квартирный концерт был. 9-го, 8-го. То есть сели в электричку, и оказывается, она не в ту электричку мы сели, то есть потеряли гитариста. У которого не было, в общем-то, даже денег с собой. Да. И нам пришлось выпрыгнуть с электрички, а он уехал вообще в другую сторону. Нашли все-таки. Да, и да. Буквально часа через два он уже тоже вернулся, потянулся домой. Так вот на ходу. За 150 километров вот такой, через полчаса приходит, как добрался. Ну вот какими-то чудесами. Насколько я слышал, у вас песни в основном не любовной тематики, не о любви, а философско-проблемные. Что, жизнь настолько трудная? Каждый смотрит через свою призму на это дело. Ну и жизнь, конечно, я думаю, в последнее время как-то, не знаю, люди отдаляются друг от друга, отчуждаются. С чем связано, даже так я не могу сейчас ответить. Ну, хотелось бы вот больше человеческих каких-то добрых отношений, не уходило куда-то в небытие. Я надеюсь, вы сегодня сыграете нам какую-то из ваших песен. Ну, поехали. Грустно врозь, стало тесно вместе. В зимней рукавице места не нашлось, обжигал мороз, ворожили песни ее. В лет ушли часы, словно на вось. Но то ли праздник ненароком вышел боком, то ли просто скоморошить подустал,
неведомым дорогам, каждый за своим пророком вдаль заковылял. Эй, пилигримы попутные, ветры с нами, и долететь бы туда, где займется заря. А осень, а зимым упасть да укрыться снегами. Если случится, значит, все было не зря. Сьогодні рок майже не потрібен сучасній музиці, але не слухачам. Рок обійдеться без шоу-бізнесу, а чи обійдеться шоу-бізнес без року? Сумніваюся.